После теплой и солнечной погоды, которая на протяжении нескольких недель была в Восточно-Казахстанской области, наступает настоящая зима с морозами и сильным ветром. Какая погода ожидает жителей региона на новогодние праздники, расскажем в следующем материале. В преддверии Нового года свой характер и решила показать зима. По информации Казгидромета, объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. Ветер северо-западный. Ночью на юге области ожидается 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью 21-26, местами до 33 мороза. Населению необходимо соблюдать правила безопасности. Воздержаться от выезда за пределы населенного пункта без необходимости. Не выходить из дома, если это, естественно, необходимо. Если же все-таки вы вышли, одевайтесь тепло и многослойно. Поездка на автомобиле зимой – это всегда риск. Если же эта поездка необходима, то хорошенько подготовьтесь к этой дороге. Необходимо взять с собой трос, лопату, скребок для очистки стекол, запас топлива, свечи, теплые вещи, телефон заряженный, фонарик, запас еды, трос с горячим чаем, яркую ткань. Спасатель напоминает, прежде чем отправляться в поездку за город, необходимо ознакомиться с дорожной обстановкой, уточнить прогноз погоды и убедиться в том, что в данном районе отсутствуют штормовые предупреждения. Эту информацию можно получить, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». Карина Мурадова, Ирина Санникова, Аралым Нагметалы Кызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.